центральном районе, прямо на крупном перекрестке, образовалась черная дыра. Речь вовсе не об аномалии. Людей испугал открытый колодец. Пешеходы боятся, могут упасть в эту яму. Возможно, крышку пытались тащить на металлолом. А может, и коммунальщики забыли закрыть смотровой люк после проведения ремонтных работ. Чугунная крышка от ямы осталась лежать рядом. Лично я вижу это уже второй раз. По осени точно так же был люк открыт. И на моих глазах женщина-таксист попала в аварию. Колесом въехала сюда. Я не знаю, городские власти должны следить за состоянием дорог и люков. Судя по следам на снегу, некоторые машины уже сюда угодили. Закрыть люк пока не может никто. Вес крышки, которая лежит рядом, около 50 килограммов.